Почетное звание «Имя Кубани» присвоено 39 жителям курорта, которых выбрал городской экспертный совет. Представлено было 98 кандидатур. В список «Имя города Сочи» вошли герои прошлых лет, а также выдающиеся личности нашего времени по пяти направлениям. Боевое имя, трудовое имя, благотворительное имя, молодое имя и духовное имя. Глава Сочи был выбран в номинации «Трудовое имя». Работать он начал с юности. Сегодня же носит звание доктора технических наук и героя труда Кубани. Анатолий Пахомов отметил, он очень рад тому, что достойных людей в Сочи так много, и курорт не должен их забывать. И уже в недалеком будущем, в честь всех сочинских номинантов, вошедших в экспедицию «Имя города», мы будем называть улицы и скверы, спортивные турниры и творческие конкурсы, социальные учреждения и медицинские центры, ставить памятники и сочинять о них стихи. Всего в числе кандидатов на звание «Имя Кубани» оказалось 39 сочинцев. Мы гордимся этими людьми и должны сделать так, чтобы о них узнали все наши горожане и наше подрастающее поколение. Елена Пахомова выбрана в номинации «Благотворительное имя». Возглавляемая ею общественная организация «Лига женщин Моздобра» объединила неравнодушных сочинцев и 7 лет оказывает всестороннюю поддержку талантливым детям, многодетным семьям и вообще людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Подробнее с историей каждого из участников проекта можно было ознакомиться на интерактивной выставке в холле Зимнего театра.